Ребята, доброе утро. Ну что, шикарно проснулись, шикарно позавтракали уже. Кто-то там в 3 встал, кто-то в 2, кто-то в 2 только лег. Банда большая, в общем, ребята отдыхают. Короче, нормально что посидели, песни попели. Белые ночи, красота. В общем, ребят, пока погода дает, надо рвать когти. Время 7 утра. Собираемся, в общем. В планах подняться километров 30. Еще плюс вверх. Ну и пойдем сплавом. В общем, пока нет дождя, надо двигаться. Все, на сборы. Погнали на рыбалку. Надо хоть спинник расчехлить-то в эту поездку. А то гремит уже, ребята. Ненадолго-то у нас и рыбалка получится. Да, блин, говорил, что дождь. Куда едем? Вода большая. Нет. Так, что я? Лайт или утро лайт? Лайт поставлю. Все-таки буду акцент по щучке делать. Мне кажется, именно с хариусом сейчас. Он гремит. Хана будет. Так, это у меня кайдовский. 1,7. Да, 1,7 грамм. Так. Бать, да сейчас бы подтащил. Не таскал бы ты. Антон сейчас придет, так. Уж заправляться все равно надо еще. Подожди. Что у нас тут только нету? И вода, и соки какие-то. Классно. А у нас есть белая жидкость. А у нас тут берега. Лёш, садись в ту сторону. А у нас водопровод. Блин, вамброк. Тут километра 2 первый завал. Ну там такой, его можно даже разобрать, мне кажется. Сдёрнуть можно нахуй. Ну да, там его можно сдёрнуть, по идее. Только заднего хода нету, жалко. О, это турбина. Алёша, убью нахуй. Давай, Сергуня. Да кто, блядь, за хуета? Всё, говорит, проверено. Эй, слышу. Ага.
четко. Все, Серега, ничего не случилось, все надеюсь. Так, ну что, первый завальчик убрали. Идем дальше. Все, можно отдать, Серега. Ну что, мы добрались, больше нам дороги нету, если только перетаскивать. Ну, ебал, я ЖДшный был. Мост старый, да, узкоколеечный и забитый весь корягами. Ну хорошо, мы прошли, километр 25 точно поднялись, если не больше. Ты чувствуешь, бать, вертушка работает? Я потому что, видишь, она у тебя бакс перестает, бац перестает. В очках ты должен видеть. Быстрее надо тянуть, да? Ну, возможно, не этот. Есть качественные вертушки, они сразу заводятся. А есть вот дешевые, вот они вот что-то бывает этот. Ёп, это самое. Сумку забыл. Сумку там оставил. А что за сумка? С блёстными, со всеми. А с блёстными есть он у меня, что? Есть у тебя? Да вон у меня тут набор для этой речки как бы. Бляха, муха, я же, блядь, оставил ее сам. А я попробую на косодаку. Сумка килограмм 10 весит, блядь. Ну. Получил приз. Андрюха уже поймал! Нихуя себе, щучка ее пил, блядь. Ну жареху хоть берем. Не-не-не. Это маленькая. Берем такие. Это, конечно, ты что, это ребенок. А, малышка. Ну, щука, значит, активно, слушай. Это радует. Я сейчас тоже такой же рыбу. Не-не, надо это разные ставить. Посмотреть, как бы этот. У нас задача-то поймать благородную рыбу. Щучка-то вон понятно. Косодака, да. Натуралка. Мелко улетела. Так, ну слушай, ну если она хватает щучка, то, блин, меня радует. Тогда мне радуется. Я тут, видишь, немножко твичу, как бы не просто провожу. Немножко замедление делаю. А, руки рыбой запахли. Все, рыбалка началась. Щучки, щучки. Ну тут они не крупные, но килошки-то должны есть как бы. Их много тут, по идее. Щуки не крупные. Так что должна уже. Хоть и вода большая, щука. А вот с харюзом не знаю. Может быть, он и не был. Он капризная рыба вообще.
Он такая рыба, что сегодня берет, сегодня завтра не берет. Сегодня, да пофигу, сегодня берет на блесну, завтра на червя, потом на какую-нибудь муху. А муха там должна быть какая-нибудь красная, зеленая не работает. Блин, подбирать под него ключик надо вообще капитально. Такая рыбка. Она интересная, она по настроению. Выходами тоже берет. То бишь, попадаешь просто там. Час поклевки идут, 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 идут. А потом бац, и все резко заканчивается. Ну, в принципе, как и везде. Так, друзья, ну что, мы начинаем сплав. Километров 25 у нас. Взяли с собой перекусить. Погода настраивается вообще. Хотя вы обещали грозу. Ну, возможно, что-то нарисуют к обеду. Ну, дай бог, даст порыбачить. Первые метры сплава, поклевочка. Рыбину уже поймал. Да, это уже, значит, какое-то настроение. Туда-сюда. В общем, будем пробовать. Поехали. Перекатик мощный. А? Перекат, говорю, хороший. Вот если хариус, то он может здесь под перекатом стоять. Прям зачетный такой перекатик. Ну это как перекатик? Вода большая. Как-то он бурлить должен вообще. Так, сейчас будет у нас соприкосновение с берегом. Оп. Отлично. Идем дальше. Идем дальше. На какую лучше поплывет? Так, говорю, он может на червя. Может на муху в проводку. Вот перекатик, видишь, но он затоплен, он еле-еле он отбивает. Ну мелкий там плещется. Жиганек. Не знаю, крупный есть, нет. Вот на струйках они стоят. Не знаю, поставил он желтенькую маленькую. Я с перекатом брось якорь. Покидаем. А якорь-то не взяли мы. Как не взяли? Взяли. Не взяли? Не. Веревка есть, якоря нет. У нас все по старой схеме, все, мы все забываем. Как обычно. А мы же якорили? Отцепили же, потом за дерево завязались. Да не, бать, резину снимай. Тушечку поставь или колебалочку какую-нибудь. На нее пробуй, как бы. Так, вау, туда попробуй, вот там. Раз. Опа, блин, сход. Хороший был. Или трава. Или удар такой. Не, скорее всего, трава. Испугался я, что. Трава. Да я не понял, ну удар такой был, бам, как не травяная, нифига. Понятно. Поволокло у нас. Я, блин, аж думал. Опа, есть, вон он. О, нифига себе. Вот хариус, бать, смотри. Я же говорю, там поклевка тоже у меня была. Да, и вот на, я хариус. Вон жиганок. Вон. Ну, покажи. Чем пахнет? Огурцами, вон, смотри, бать. Вот это мелкий. Сильно мелкий. Надо перекат вставать. У меня поклевка тут была еще, значит. Красавчик, спасибо, брат, за поклевку. Говорю, они тут плескались, я же говорю, надо вставать. Вон давай же это, затудим. Надо выше. Ну хотя и можно здесь. Антох. А ну-ка, что ты? На что ловишь-то? Да вон вертушка маленькая. Тоха, надо вставать. Да-да-да.
Так вот тут надо прокидать полностью. Они вот именно в таких и стоят. Но там у меня тоже поклевка была. Потом в траву он завел. Удар был. Да ничего, ты намутишь, это еще лучше даже будет. Да? Да, муть поднимешь, это даже лучше до него. Потихоньку тут. Че, куда встаем? Вон, да вон туда или туда вот. Вот к этой? Вот к рядом. К этой. А мы там не сможем кидать, бать, потом. Да? Да, нам надо какой-то этот. Можно, да. Был еще, ребята, выход, сход. Причем такой неплохой. Он здесь. И у нас экипаж второй. Пробили лодку. Нос нечаянно. Клеются. Все, я его уколол, он больше не возьмет. Надо снижаться нам чуть. Под ту струю. Там еще вот мелкий прыгает один. Показывает себя. Что-то кидаю в ту сторону. Это уже вверх по течению. Мотать надо быстро. Не та уже проводка, конечно. Ну, видишь, и харю, значит, тоже пока. Вон он прыгает. Мелкие, правда. Мелкие там жиганчики. Бать, давай, что, отвяжемся. Пойдем с плавом. Ну, видишь, поклевывает, значит. И солнце вышло, распогодилось, начал играть. Да, по-любому он стоит. Палка, заводь такая. Такой коряжник хороший был. Неужели щучки тут нету? Есть одна. Пацак? Пацачек, ну она уже килограмм висит, да. Больше даже будет. Ой, килограмм. Да, не мучился бы, так взяли бы. Можно взять, да? Ой, тихо. Бля, не прижимай ко мне. Не надо ко мне прижимать. Видишь, на большую приманку взяла. Так. Щипчиков нету у тебя? Нету. Там все. Там, да? Ну. Ладно, сейчас отцеплю. Там. Давай, вот так. Она маленькая у тебя. А, да маленькая, куда такую, не надо даже брать. Где? Все, поводил. Дай достану. А что маленькая? Нормальная? Да не, маленькая, куда? Где такая же? Пожарим, а что поди, пожарим? Ну бери, хребет только сломай. Других нет, хули, блядь. Как нету? Вон щука начала клювать. У меня сейчас ход был сразу, считай, после той, как поймал. Ты сейчас поймал. Заходим в щучьи места. Как говорится. А, блесны подобрали, да? Да. Желто-зеленый. Кислота, на, бать. Ну все, распечатался. Поздравляю, молодец. Антоха, теперь ты. Я, он-то распечатал, я-то нет, блин. Ну все, теперь только твоя очередь осталась. И нормально. Не, ну просто мы прошли, вон еще поворот не прошли. Три поклевки сразу, видишь. Тоже о чем-то говорит, наверное. Или же выход пошел, или вот подобрали цвет. Что-то типа такого, не знаю. Или места просто, может, щучьи. Щука стоит здесь. Так что давай будем рыбачить, ловить. Может, что и наловим. Опа. Березочки, березочки. Вот. Что такое было?
Перекатик, да. Перекатик, но он небольшой. Но можно было его попробовать. По наличию. Мелко для воблера. Ну это тоже перекат, видишь, он должен бурлить. Вода большая. Все-таки. Что-то надувает ветерок. Походу что-то будет. Все равно, как и обещали. Та заманала. Крючки эти. Вон, коряшка прикольная. Вот туда надо. Раз. Опа. И вообще огонь. Да, не докинул, точнее перекинул. Струйка. Пробуем. Трава тут, бать, мелко, смотри. Перекат. Перекатик, перекат. Опа. Ну, мелкий плещется. Ну, только мелкий. Только мелкий. А крупный стоит на дне. Ждет, ждет, ждет. Ждет, да? Угу. Блин, якорь забыли. Вот это плохо, конечно. Что? Якорь не взяли. Вот это плохо, говорю. Ряженечко. Щучка должна здесь быть. Невеличка, щучка невеличка. Есть. Сказал же, стоит, да. Че, пацак? Да хули. А, все, палубы. Ну это что, это актуальное место, ребята. Тут же все читается. Все понятно, что она там какая-то стоит. Хозяйка. Да хрен за фрикцион, что ли, надо подзатянуть, что ли. Воблер не под мою снасть. Короче, рыба на тебя приедет. На меня идет? Да не. Ух, жарко, блин, стало что-то. Что, еще что ли? Не. Воблер. Предлагаю перекурить. Да, один сошел. Ну что, ребятки, вот так мы и идем уже часа два, наверное, с плавом. В общем, где-то перекат и маленькую вертушку ставим, потому что подобрали. Вроде как один хапнул, точнее два. Один сошел, один попался у меня. Маленьких. Вот. И кислота, в общем, я большой воблер там нашел в коробке. Не под этот спиннинг, ну вот так она поклевывает, нет, сколько там, штук 5 поклевок там было. Батя поймал одну забрали там, не знаю, может что наковыряем на жарех. Ребят не видать, где-то они отстали. Не видно. Не видно. В общем, идем так, что, коряшки какие-то так. Ну, поклевывает, и то это уже радует, что как бы, ну вообще не в ноль.
потому что вода большая, и, блин, переживал все, что вообще не будет клевать. Да и все переживали, что когда собирались, там местный подошел к нам и наговорил страстей. Сильно никто не переживал. Никто, да, бать? Да и все. Было занятие. Отдыхаем, расслабляемся, мужики вон отдыхают в отпусках. Природа, что, кайф. Погода, самое главное, не дождя. Я еду, кайфую. Вон того там вообще на кресле балдеет. В общем, вот так. Потихоньку, помаленьку. Да, поклевки не частые, но они есть как бы все равно. На жареху есть. На жареху поймали. Да. Ну, в общем, прогноз нас не подвел. Прет она, ребята. Вон, наступает. Перекусываем и на хода. Что-то мокнуть неохота, мне кажется. На жреху поймали. Может, ребят что еще поймали. Да? Да вряд ли. Навряд ли. Ладно. Хоть немножко дало порыбачь. А так вроде гроза серьезная будет. Обещали прям бурю такую. Ладно. Успели, ребят, до дождя. Все гремит, все кружит. Сейчас ливанет. Опять кое-какие продукты. Рыбка сегодня пойманная, свежая. Уха будет. Нормально. Все по плану. Мужики отдыхают. В общем, что, ребята, мы порешали. Мост этот не пройдем. До моста 30 км. Может, чуть поменьше. Перетаскиваться там бесполезно. Толпой, в принципе, можно. Лодку, мотор зацепить. Но вещи, которые тащить обратно туда,
перетаскивать это несерьезно. Соответственно, живем на избе, катаемся здесь пока. Такие дела. Ну вроде что-то как-то так. Кропалит дождь. Блин, как будто гроза стороной прошла. Хрен знает, непонятно. Что у нас? Я не знаю, как у пацанов. Вот, в общем, у нас мы две забрали. Одну отпустил. Три, наверное, у меня ушло. И два хорезенка. Батя одну поймал. Я, вот, в общем, одну, которую забрали на поесть. А вот ребята, не знаю, поймали, не поймали что-нибудь. Ну, в принципе, можно рыбачить. В принципе, есть какое-то понимание. Можно пробовать. Так, конечно, скучноватенько, но все равно. Я думал, что вообще клевать не будет, потому что такой подъем, это ужас. Костя у нас оставался в избе. Что-то приготовил там тетерева, косача с картошкой на обед. Да что, обед-то уже... Провошкали с этими распилами, пропилами уже 1:30. Так что будем обедать. Не знаю, если вечером погода будет нормальная, то недалеко можно подняться и сплавиться. Попробовать еще. Так, а так не знаю, у пацанов нет настроения, да и пацаны вообще, они, ну, еще дилетанты в этом вопросе, они новички, короче. Они еще многие не понимают, как бы. Первый раз вроде в руках спиннинги держат. Понятное дело, что здесь и проводочка относительно где-то воблерком поиграть. Ну, да и заброс, в общем, не просто так кидать. И какой-то кустик, коряшка, ну, в основном же она там. Фух, ладно, душно, блин, вообще. Раздеться не разденешься, в футболке не походишь, сожрут нафиг. Вот спиральки помогают в избе, хорошо. Парни пошли за водой, я вот в экипаж еще не вернулся у нас. Тут что-то, как обычно, костерочек. Батя рыбку почистил. Да, бать, что, жарить будем? Не понял. Жарить будем или уху? Да что, жарить, наверное. Пожарим, да? Мука есть? Сейчас найдем. Короче, я голову не люблю. У меня жена, блядь, только голову есть. Надо. Да? Угу. Я сам люблю голову. Ну, здорово. Вот и дождь пошел. Закропалил. Закропалил. Не ругайся. От аккумулятора. Да. Аккумулятор подключаем, блядь. Горит в бане свет. На улице. Тут. Маленький, в баннике, блядь. Маленький такой. Обыкновенный аккумулятор, блядь. От машины. Ну потом уже от машины перевезли. А так, от маленького. С мотоцикла прямо снимали, мы на мотоциклах ездили. Подключаешь, все, сидим в карты, играем, свет горит, блядь. Всю ночь. Они, видимо, вообще ни хрена не берут эти лампочки. Ну, не берут, не берут. За электричество. Давайте, ребят. Вы-то связисты, что? Электрики, связисты, блядь. Леха тоже все. Связист. В прошлом. Леха еще был связист. Еще и мент, блядь. Еще и мент. Бывших ментов не бывает. Бери, бери. Ничего прям себе. Он меня тогда. Почему? На восходе остановил. Потому что нет у них. Он? Да. Без прав. Не оштрафовал? Не, отпустили. Около дорожников они там на лавке сидели вдвоем с кем-то. Не помнишь, Алексей? Помню. Я не буду пить. А, ты не будешь? Давай, я выпью, ты не налил мне такой. Давай, мы с тобой вдвоем. А я еще раз выпью. Черный где-нибудь, блядь. Не налил, не в чего выпью. Ну, я вот рыба хороша, да. Свежая, да? Как понять, что здесь хариус есть? Нету хариуса. Есть, есть.
Вот это хариус? Да. Не-не-не, это щука. Ты что, Серёг, он же, блядь, в одной воде... У тебя на вилке хариус. Слушай, Серёг, вот съешь, вообще офигенно. Да, она потому что свежая, мужики. Это вот свежая щука, вообще. Я этого и хотел, я ждал этого, блядь. Самая наисвежайшая рыба. Да. Это очень вкусно. Огонь. Только плавал еще, да. Все пучком. А у нас все пучком. Тара-тара. Тара-та. Обед, ребята, был великолепный просто. Вчерашняя шаурма с утки. Костян оставался на избе. Приготовил косача, зажарил его. И пожарили щуку. Вот так вот. Короче, такой стол был своеобразный. И что-то все, ребята, она погромыхала, и все. Боком прошла. Не накрыло нас, но это и хорошо с одной стороны. И решили мы прокатиться еще на вечерку. Антон спать лег. Мы с батей, в общем. Не знаю, батя за руль присядет, не знаю, сможет, не сможет водомет управлять. Если нет, то с разрешения я попробую. Аккуратненько. Такие дела. Взял опарыши, хочу взять удочку. Может, возьмем якорь и в проводку где-нибудь постоим. Постоим в проводочку где-нибудь. Короче, такие дела. Все, погнали. Класс. Вечерочка, класс прям, ребята. А что в избе валяться потом? Такое себе. Такое себе. Нифига не понял. Оставлял тут на ночь удочку, ребят. С поплывком. Удочка что-то валяется, она у меня на пне стояла. Ух ты. Кто-то был. Оторвал крючок. Туда утащил и оторвал. Кто-то клюнул, ребята. Вот так она лежала на пне. Там. И в оконцове отрыв. Оторвал. Вот такие дела. Все-таки клюнул. Но ушел. Вон они плюхают. Опять тут. Ладно, не наш. Так я и не понял, кто тут живет. Мало, бать. О. Да? Ну, наверх пойдем, что? Чеку, одень на руку. Тихонько так пойдем, да? Нет. Не спеша. А что тихонько? Долго будем подниматься? Ну, без фанатизма. Ну, давай. Достаем карабулечки. На поводок режет. Гремит, блин. Зараза, сейчас. Ты не оттолкнешься никого? Да мы пройдем нормально сейчас. Да? Да, сейчас вот упремся и нас сюда отнесет.
Остановимся, тут покидаем, да? Встали. Ну давай, встали раз, как раз на перекате. Блин, гроза. Ё-моё. Прыгает. Ух ты, бля! Вот как мы удачно сели. Ага, в грозу, да? Эх, резочек. Опа. Маленький. Я смотрю, плесканулся там. Хопа. Резочек. Небольшой. Ну, на маленькую вот эту вертушку четко получается. Если он есть, берет. Не, сейчас отойдем. А, понеслась, блин. Душа в рай. Выехали. Ё-моё. Выехали, выехали. А, вот они. Лишь бы молния, бать, по нам не бахнула, да. Опасно. Конечно. Все нахрен сырые насквозь. Слушайте, сейчас прошелся за румпелем на водомете. Прикольная штука. Чувствуется вот эти моща. Все, дождь захерачил. Ну, все-таки, блин, дало. Правда, не днем, а вот к вечеру. Фу, блин, зря только выезжали. Все промокли. Ну, хорюска я одного поймал, ребят. Ладно, завтра. Завтра рыбалка. Сейчас ужин. Опять же ужин. А что, 6 человек, ребята? Что-то готовим, съедаем сразу. Надо что-то готовить. Что там, батя, где? Все, жесть, ребят. Затянуло нафиг. Такие дела.
Звениговская, ребята. Очень хорошая тушенка. Вот именно производит ее там, где, с откуда пацаны приехали. У нас такой нет тушенки. Классная тушенка. Вообще кайф. О. Так, свининка. Все. Пару баночек открыл. Делаем зажарочку. Неудобно, конечно, тут был столик какой-нибудь. Но нету. Вот как-то на пенечках тут мы и ютимся. Сейчас поставим вот так. Как-нибудь в аккурат. Чуть-чуть, ну я думаю, нам не помешает. Ребята, добрый вечер. Ну чё, в принципе, вечер такой, ну в основном сидим в избе, что-то карты поиграли, потом погода успокоилась и в принципе можно было даже выскочить. Но я весь промок, я весь сырой, короче, все развесил сушить. Он переоделся даже. Костя там сходил, поймал даже пару щучек вроде. Небольшие. Такие калошеньки. Не калошеньки, а вон, кстати, вот. Вот она, ребята, есть одна. Вон такие небольшученькие. Надо сейчас, кстати, тоже рыбу обработать. Завтра приготовить. Тут недалеко, говорит, покидал. Ну, немножко поклевывать, что значит. Так что вот такие дела. Решил я приготовить, покушать. Что-то там все это мясо жареное, блин. Все вот это что-то такое, знаете, охота что-то, не знаю, то ли жиденького, то ли что. Думаю, блин, бахну макарошек быстренько. Зажарочкой. Томатной пасты нету, но кетчуп есть. На кетчупе сделаю. Такие вкусненькие. В одной сковородке, в общем, сейчас морковка, лук. Все это пережариваем. Потом тушеночку туда добавляем. Кетчупа. Делаем такой гуляш. Прям в сковородку сыпем макароны, ребята, и немножко воды. И все на медленный огонь, под крышку. Ну, в принципе, макароны готовы. Специи, соль. Такие дела. Ребята балдеют, отдыхают. Кто спит, кто что-то делает, не знаю, вот так вот. Ну, блин, для меня, ребят, 6 человек это очень перебор. 3 человека, я считаю, что это уже толпа. Ну, в принципе, 3 это самое нормальное, оптимальное. А тут 6 человек. Я в такой компании, конечно, никогда не отдыхал, не рыбачил. Ну, как-то так. Пусть будет, конечно, все по-своему, как полагается. Что, ну, ребята, помимо рыбалки, там, вырвались, там. Они как минимум приехали в республику Коми. Мы на избе, мы даже не в палатках. Спасибо хозяевам, конечно. У нас куча продуктов. Мы все принесли свое. Вот. Наконец-то принесли эту бочку. У нас здесь все свое, ребята. Полная бочка. Там. Короче, еды достаточно. Еду тут здесь оставим. Такие продукты, которые... Ну, не портится, я имею в виду, макароны там, тушенка, масло. А вот кто вот оставляет какие-то майонезы, хлеб в пакетах, это неправильно, ребят. Или увозить, или как бы, ну, смысл оставлять. Или что-то, я не знаю, там. Ну, хлеб хотя бы сухарить можно. А так изба заряжена по продуктам вообще. Там продуктов вообще куча. Ну, я не знаю. Я понимаю, что тут были весной люди, наверное, и они только появятся здесь осенью. В смысле оставлять майонез там, это все портится. Я вон тут походил вокруг избы. Каждый день что-то хожу, собираю мусор. Там куча всяких бычков было. Этих бумажек, пакетов. Ну, я понимаю, что может это от снега.
Умывальничек повесил. Так, ферри там достал. Тут мангальчик, который, наверное, скорее всего, оставим. И вот так сжигаю потихоньку, помаленьку. Дождь, правда, замокрил. Вот. А так, генератор. У нас там все нормальный бензинчик. Но завтра вроде как переменная облачность. Дождя, может, не будет. Порыбачим. Хочу порыбачить. Есть уже понимание. Сегодня была разведка. В принципе, щучку можно половить. Ну, так, побаловаться. Понятно, ее там не наловить, там домой сам забрать. А чисто так вот поймали, поели. Да и хватит этого всего. Корязок третий. Все на блесну. И мелкий. А в этой луже какие-то кони ходят, но не клюют. Зараза, блин. Что за рыба? Оторвал у меня крючок сегодня. Не знаю, завтра, может, займусь там, попробую по-другому что-то делать. Посидеть, пождать, что ли. Ладно, готовим, короче. Такие дела. Так, ехаем дальше. Вместо кетчупа, точнее, вместо томатной пасты, кетчуп. Но только не забывайте, ребят, что у нас немножко острый, немножко соленый. Я просто люблю как бы какой-то соус в макаронах. Вроде простые макароны, да, а уже вкуснее. Пошла Звениговская. Еще у меня баночка вот такой. Так, это все мусорку. Сейчас сделаем жижу. Вкусную жижу. Так. Сразу, наверное, подсолим. Потому что буду добавлять воды для макарон. Все на глаз, конечно. И перчик тут еще есть. Черный молотый. Перчика тоже надо в тайге все кушать поострее, посладже. Это же все глюкозка, ребята, все силы, вкусность пресная, блин, я не знаю, такое себе. О, какой, ребят, гуляшек уже получил, смотрите. Вот с тушенки вам, пожалуйста, гуляш. Сейчас муки сюда добавить немножко, тут будет гуляш уже капитальный. Так, ладно, сейчас. Пускай потомится минут 15. Все растворится, все. Ну, тут раствориться-то нечего, видите, ребят, одно мясо. Тушенка хорошая. Это бывает, выливаешь что-то одно желе, блин. Его же, его греешь, и мяса нету. Одна вода становится. Опа, стоять. Ну, это, конечно, не серьезно, блин. Все, ребят, последний штрих. Готовим все в одной сковородке. Загружаем макарензу. Равняем все это дело. И покрываем, ребята, вот в плоть, как только скроют макароны. Уменьшаем газ, закрываем крышкой. И до готовности вода испарится, макароны готовы. Вот весь рецепт, ребятки. По фотке в одной сковородке.
по красоте. Альденте, ребят, 5 минут. Вырубаем. Оп, батя, аккуратно. Макароны. Вот заказывай. Макароны чуть-чуть, можно короче, по-мексикански. Можно я по-мексикански? Давай. Макароны по-мексикански пробуйте, ребят. Россия священная наша держава, Россия великая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество, наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. А дальше слово знаете? От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой.